Блять, ему хочешь порвать, могу, я же лютый. Но. Так мы тебе и поверили. Ну, давай, давай, покажи себе. Слышь, дрон, я сейчас тачку переверну. Стой, это ж наш. Да уйди, Сара, узнай, на что я способен. Ну, подвинься. Ну чё, лабазан, я тебе предупреждал, что мое терпение лопнет, а? Предупреждал? Предупреждал. Я тебе говорил, что я тебе маховую колотушку, я тебе вкачу, я тебе говорил? Говорил, а? Стань нормально, ты чё? Я тебе говорил, что час расплаты на сцене, а? Говорил? Не говорил. Ну, лабазан, ну, всё ты мне целяк нижний, а? Вот не этот удар. Русый, я тебе не узнаю. Чувство бы, Русый. Тебе здесь экспрессии не хватает, Русый. Тебе воли не хватает, динамики не хватает, Русый. Чувство бы стало, Русый. Ты же раньше не такой был. Ты раньше такой был, шабутной. Вот это помнишь твой этот хинтерский взгляд, не помнишь, что такой был? Такой же есть воробейный, такой же накал такой был у тебя, устрашающий. Ты же такой же был. Фигу делал ты. Ты что, вообще что ли нету агрессии? Конечно, Руси, я тебя смотрю, какой ты кишмиш, непонятный здесь. Станиславский на тебя посмотрел и сказал, не верю здесь, не верю. Что за Станиславский? Станиславский здесь, не обращай внимания, Руси. Не, как это не обращай, братуха? Как это не обращай? Ты мне говоришь, какой ты Станиславский, мне кричит, не верю. Мне сюда приведи его, что это Станиславский, какой это пацан, что за пацан это? Станиславский, хайван, я тебе сколько раз говорю об этом. Какой бы там ни был, сюда пускай мне глаза придет и скажет, что он мне не верит. Мне просто, знаешь что, мне просто его надо увидеть. Понял ты, дядя? Просто увидеть. Ты должен восстань из пепла, Русы. Восстань из пепла. Восстань. А если я вот так вот эту байду один, если я выскочу так вот против него? Ты же глядеть на сайт. Иди показывай, что лабазан увидит. Они первые от тебя чухнут, Русы. Они остались один направо, а другой налево. Чухнут от тебя. Смотри, да это знаешь что вообще? Ха-ха, ты что, братуха, это отвлекающий маневр. Шаолинцы тоже так делали. Он сидит зайцев, он просто лезет, он попутает. Все, в этот момент, когда я замечаю, что он попутал, я его цепляю, короче, за шкиряк. И нахер ты на... Господи, ты что сделал? Ты же зеркало снова... Я же тебе не бросил зеркало ломать, Русли. Нет. Вот ты в натуре, ты слишком в роль вашей, Русли. Это тоже убери, ты такой себе чешок, блин. Эй, ты лучше давай звони ему, ничего себе, я готов.